Ну что ж, друзья, всем привет. Вещает Old Lux Hut. Сегодня мы поиграем с вами игру Сифу. Я начну с клуба 20-летнего возраста. И нам нужно будет дойти до третьей миссии. Ну, есть трущоба, клуб и третья миссия, там музей. Вот, и посмотрим, за сколько мы пройдем сейчас клуб. Играю я, как бы это сказать, подучил, конечно, пару скиллов здесь уже, приноровился чуть-чуть. Тем не менее, игра непростая, игра сложная. И сейчас я буду как меньше стараться проигрывать, дойдя до третьей миссии музея. Хотя бы нужно 27 лет, чтобы было, ну, до 30-ки, короче, как минимум. Поехали, в общем. Миссия клуб. На самом деле, здесь очень классная боевка в игре, прям, ну, просто... Мне очень доставляет. Или самая хардкорная, и, ну, это для любителей вот комбо. Просто самое топ. Вот так, вот как-то. Дамаг здесь у них просто лютый, вот у этих ребят, когда они попадают в тебя, это больно. Скоро вы это поймете. Жестоко. Но зато мы получили на него очки. А вот это место вообще, конечно, лютенькое сейчас будет, тусовочка. Ну ладно, пойдем. Бутылками бегаешь, фурец. Хорошо, что хп-шку прибавляют. Но отнимают ударами они тоже немало, если... Если как бы их не законтролить. Не защититься от них как следует. Вот эту бабу... Я вообще не перевариваю просто. Иди сюда. Но сейчас мне посчастливилось справиться с ней попроще. Так, еще двое. Блять, он демоном стал ебучим. Да блять, вот от этого удара пяткой надо уходить в сторону, потому что он пробивает. Я ненавижу, когда они начинают агриться. У них сразу атаки лютые становятся. И... Не, наверное, мы будем перманент накачать. Вот эту штуку пытаться, потому что она очень-очень-очень полезная. Или же... А где? А, прочность оружия.
В принципе, вот это вот нормальная штука, да, но она стоит дорого. 3 раза по 1500, а у меня только 725. Но будем копить, ладно. Это дай ему по лицу пару раз лучше. Давай, давай, ну, ну, что ты своими пятками махаешь у тебя? Блин, сейчас демоном станет, нет? Надеюсь. Иногда не срабатывает вот это вот добивание, и они могут сагриться на себя люто. У них сразу становится жизни больше, они начинают лучше драться в таком духе. Ах ты, бутылками швыряются? Пока двигаемся нормально, учитывая, сколько я не играл в эту игру. Если не верите, не верите, попробуйте сами, она реально непростая. Хаба-хаба! Газировка для взрослых или как там? Реклама была, помните, в 90-х? Хотя вряд ли, откуда вы помните. Так, два слоненка, ну-ка ко мне, давай, давай, на меня, на меня. Блин! Ох, ты их бустанули, что ли, я не понял. Спать давай. Ну ладно, двигаемся дальше. А у толстых главное вырываться, уходить в сторону от их захвата, потому что он очень люто дамажит. Попробуйте, говорю, сами поиграйте в эту игру. Скачайте ее бесплатно, сами можете, знаете где. И сами можете это сделать. Поэтому такая информация только в комментариях. За этой информацией. А так я говорю, игра правда непростая. Вот этих сразу выносим, когда мы здесь. И тогда будет попроще справиться с этими двумя кренделями. У меня еще даже бита осталась, ничего себе. Есть, здесь мы нормально справились. В принципе, двигаемся дальше. Вот этого челика я не очень люблю. Ну давайте уже мы натянем его. Пукаля чанхода. Я пукаю иногда в чайне. Мой чай ты пукаешь, сука. Yeah!
блядь, это, конечно, не очень. Структуру мне разъебывает. Блядь, как я ненавижу этого пенделя. Блядь. Он реально какой-то лютый. Ладно, давай изучать нашу штуку. Этого типа точно бустанули, потому что раньше я как-то от него защищался, по крайней мере. Да блин. Блин. Но тут самое непростое в этой игре — это не проиграть. Вообще, по-хорошему, это проходится легко вообще и без, так сказать, смертей в этой игре. Но, блядь, я не знаю, отпинать ли этих... Давай отпинаем, будет очков немножко, и мы выучим перманентно следующий удар, если ты понял, о чем я. Короче, дадим им и пилюлей, проще говоря. И заработаем немножко очков. Блять, он стал этим демоном ебучим. Ну давай, иди сюда, не? Не хочешь? Ты хочешь? Ну на тебе. Ищу тебя. Блять, самая хуевая хуйня. Они и драться круче начинают. Ну ладно, мы справились, давайте выучим еще что-нибудь. Ну, смерть обнулять не обязательно. Ну как обнулять, чтобы они потом не выросли еще на 2? Вот эту вот хрень. Ну а на это надо еще 1500 потратить. Что как минимум открытие. Но, блин, если я на 29-м до 29 буду умирать, то, конечно, я уже не смогу открыть это умение. Это будет не есть хорошо. Хотя, ладно, сейчас мы затестим этот момент. Я не совсем помню, на каком возрасте скипается изучение скилла. Главное, чего он пизделей не получить, потому что здесь тоже будет много таких нехороших ребят. Это было интересно. Боевая система здесь совершенно разнообразная. Яркость, сила и что-то там дали на свидание. Нормально, слушай. Костер вонючий. Прости, братан, я не хотел. Просто берись со мной, тетя. Да ты охерел, что ли?
Это охуенно. Ладно, не получилось у меня и выкинуть парапета, так скажем. Ну да ладно. Двигаемся дальше. Скоро будет босс. Немножко решил вас порадовать, отвлечься, как сказать, от тем насущных, потому что реально, ну вот эта негативная ситуация, она на каждого влияет по-разному, но что делать, давайте биться, тетя. Вот это охуело. Что ты бьешь меня по ногам-то, сука? Она что-то охренела, реально. Ой, больно, блядь, сука. Ладно, давай открывать то, что хотели. Потихонечку. 23, ладно. Я просто немножко туплю с защитой сейчас. Хорошая тетя была, нехорошая. Но мы двигаемся дальше. Я понимаю, конечно, что люди проходят эту игру вообще без смертей на 20-м. Как бы... Я не спорю, у всех скилл свой, но... Я решил, тем не менее, дописать для вас вот такой геймплей хотя бы. Может, вам понравится эта игра, и вы решите тоже испытать свой скилл, кто его знает. Да сука. Это охуеть! Это было бобо, я обычно здесь не проигрывал. Они реально сделали что-то с бустом персонажей. Блять, вот эти тайминги ловить их ударов, конечно, своеобразно они здесь сделали. Когда будете играть, поймете. Советую играть, конечно, на джойстике в эту игру. Потому что, ну, если ты играешь в файтинге на клавиатуре обычно, то, пожалуйста, на здоровье. Но здесь это немножко не о том. Давай вот эту хрень. И здесь что-нибудь. И здесь давай оставим вот. Покупим еще на перманент. И двинемся уже дальше. Надеюсь, я сейчас вот с боссом не особо буду проигрывать, но пойдем. Босс тоже очень сложный, сразу говорю, если ты попробуешь, ты поймешь. Насколько. Нужен определенный уровень реакции, конечно, в эту игру. У меня она такая себе посредственная, но тем не менее. Есть.
Ну, так понесся это. Я решил и в сортир, и вот оно. Вот эта хрень. А, не бей меня, сволочь. Он по мне дамаг, а я почему-то по нему не особо. Они тоже его бустанули, что ли? Короче, иди сюда, вы. Где палка моя? Здоровья нет совсем вообще. Давай, давай. Да сука, вот этот тримонтаж блюдский. Просто жесть, парни. Я хочу сказать. Такое ощущение, что они реально его бустанули. Жесткий тип вообще просто. Это просто лютый тип, ребят, я вам говорю. Но мы попытаемся его победить сейчас. Надеюсь, получится. Надеюсь, получится. 差不多跟杨一样厉害了。Блядь. Это чё делаешь? Блять, вот это жестко. Сука, сейчас возраст 28 сразу будет. Блять, вот это жестко. На тебе, сука. Да пошел бы ты нахрен, чел. Ну что ж, вот такое было прохождение этого миссии клуб. Я надеюсь, вас это хоть немножко повеселило и отвлекло, а мы
Вообще, эта игра просто уходится за 40 минут, если так в целом брать, но... Я играю в нее вот так. А тебе спасибо за просмотр. Следующая серия будет уже у нас где? В музее, ну, по идее. И мы... Ну, и нам 28, мы еще молоды, в принципе, изделены. Можем потратить очки на владение оружием, потому что здесь это важно. Игра непростая, еще раз говорю, тебе спасибо за просмотр. И до следующей серии, до музея, ребят. Но уже потом.